Гуанчжоу. Новый терминал. Смотри, какие красивые. Ты онлайн-трансляцию ведешь? Нет, просто снимаю. Онлайн-трансляция. А, ну это они к Новому году наряжались, да? Вот любят китайцы вообще вот эту всю красоту. А вот это, посмотрите, у нас дом растет, а у них здесь вот, у них и на улице. Помнишь, как мы с тобой смотрели открытие магазина? Да, классно. А дерево какое шикарное, с деньгами, а у них, наверное, дарят на Новый год это все дело. Сейчас к метро. И здесь по дороге вот такая огромная красивая композиция с бегонией. Вот кто выращивает, мы в садах выращиваем, а у них вот и вот это вообще бесподобная орхидея. Дома какие композиции можно вставлять. И небольшой садик вон там вдалеке. Покажу. Вот такой. Так, выбираем линию. Выбираем станцию. Вот она, наша станция. Два билета. Два билета. Наташа, дай мне еще. Дай пикаем денежки. И рублик еще. Это все в метро. Это, наверное, еще с Нового года осталось. Да. Не, не нужно. Так, прикладываем. И едем. А там, наверное, уже мест нет, Наташа. Садись. Надо найти эту монетку. А, по-моему, туда, Наташ. А, выход А. У них здесь все выходы по буквам. Очень удобно, в принципе. Ну вот нам выход А.
тут из метро сразу же наш отель. Здесь рядом еще очень красивый отель, тоже я потом сделаю вам видео. Это вот территория обычной отеля. Просто лес, джунгли. Красивая очень культура. Вот все наши домашние растения. Мы это все выращиваем дома, а они выращивают это все на улице. Да, уже сейчас. Опять шоу за стеклом. А, да, вот это. Слушай, точно, да, у них прикольные эти штуки, шоу за стеклом. В котором ничего нету. А что у нас за вид из окна в этот раз? О, вид тот же. Ничего не меняется. Ну что, горы? Так, вот так вот. Все то же самое. Ага. Все то же самое. А, да, здесь. Да, ага, давай. Шкаф. Сейф. А, тут же вид у нас еще эти. Всегда. Как? Да? Ой, кроссовки хочу смотреть. Да. Есть. Этот самый, господи, утюг. Ничего. Нормально. Картинки даже тут нам повесили. Интересно, телевизор работает? Ну так, обойки старенькие, конечно. Лампочка. Еще один холодильник. Два холодильника. Ой, все, утки наморозим. Телевизор огроменный. Это видео. Может, один не работает? Вода тут есть. Есть. Это как всегда здесь. Стиральная машинка. Отлично. Ну вот. Собственно. Шоу за стеклом. Шоу за стеклом. Фэн.